Смотрите, она стала еще больше. Ну вот. Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастый Kids. Поиграем с нашей любимой кошечкой Анжелой. Друзья, все, кто ждал серию, ставьте ваши лайки. Давайте посмотрим, наша игра обновилась. Что же нового ждет нас в этой игре? Для начала давайте покормим нашу кошечку Анжелу. Я знаю, у нас появилось много вкусных сладостей ко дню влюбленных. Давайте посмотрим, что же это, друзья. Вау, вы это видите? Смотрите, сколько вкусных тортиков. Давайте купим каждый попробовать. У нас есть вот такие вкусные сердечки. Вкусный шоколадный торт, торт с клубникой. Это торт с розочками. Торт, который называется Анжела. Тоже его покупаем. И вот такие вкусные пироженки мы тоже купим для нашей кошечки. Ну а теперь скорее ее покормим. Посмотрите, она очень-очень голодная, ребята. Ну что, начнем с тортика, который называется Анжела. Попробуй скорее. Ну как? Ей понравилось, ребята. Может быть, еще что-нибудь попробуем? Давай мы, наверное, с тобой попробуем тортик с клубничкой. Ребята, как вам тортик с клубничкой? Нравится? Если да, напишите в комментариях циферку 2. А если больше всего понравился тортик Анжела, тогда проголосуйте за него и напишите циферку 1 в комментариях. Ой, а этим тортиком она совсем не наелась. Придется дать ей еще немного вкусных сладких сердечек. Ой, все равно голодная. Может быть, еще пирожное? Ну вот, а теперь она наелась. Только вот после сладкого, ребята, нам нужно почистить зубки нашей кошечки. Давай скорее. Обязательно нужно поухаживать за зубками. Сейчас почистим зубки, и нас там с вами ждет какой-то очень красивый наряд. Кстати, кто уже обновил игру «Моя Анжела», обязательно напишите циферку 5 в комментариях. Ну вот, зубки мы с тобой почистили. Пойдем скорее смотреть, что там ждет в гардеробе. Кстати, ребята, вы заметили, у нас с вами новая терраса. Смотрите, какой красивый вид из окна. Анжела даже украсила свое окошко сердечками специально ко дню Святого Валентина. По-моему, получилось очень-очень красиво. Анжела, а давай-ка мы тебе еще немножечко террасу переделаем. Купим тебе новый компьютер. Вот так. Смотрите, как здорово. Купим ей новый стол, друзья. Вот такой. Два бриллиантика, и у нас мгновенно поменяется на стол. Вот такой желтенький. Давайте посмотрим, какой пол мы можем с вами выбрать. Можем сделать вот такую лужайку. Посмотрите, прям как будто весна. Все такое яркое и очень-очень красивое. Надеюсь, Анжеле понравится ее новая комната, ребята. Давайте скорее ей покажем. Вот, смотри. По-моему, получилось очень здорово, друзья. А это воздушный поцелуйчик для вас. Но не только сегодня вас ждет воздушный поцелуйчик, а еще целая куча приветов для наших подписчиков. Ребята, если вы тоже хотите получить привет на канале Ушастый Kids, вам нужно подписаться и самое главное в комментариях написать ваше имя и фамилию. Ну а мы с Анжелой смотрим, что же нас ждет новенького. Вот такое платье, смотрите. И даже классная новая прическа. Называется «Золотой цветок». По-моему, очень крутой наряд. Давайте выберем глаза. Вот такие желтенькие глазки мы сделаем для нашей кошечки. Отлично, еще потратили с вами 600 монеток. Кстати, как вариант, можем сделать ей какой-нибудь грим. А со снежинкой не очень пойдет. Пони, цветочки. Можно сделать ей вот такой макияж. Называется «Магия блесток». Ну вот, смотрите, новый наряд кошечки Анжелы. Так здорово. Новый наряд, новая прическа. Анжела очень довольна. Если вам тоже понравилось новое платье, обязательно проголосуйте за него. Напишите в комментариях цифру 6. Мне очень понравилось новое платье с Анжелой. А теперь давайте посмотрим, какие же игры есть на новом компьютере у нашей кошечки. Вау, тут есть моя любимая игра, которая называется Bubble Shooter. Давайте немножко развлечем нашу кошечку, а потом пойдем посмотрим, что там у нас еще новенького ждет сегодня. Вот так. Немного постреляем. Отлично, смотрите, мы расчистили почти всю площадку.
Неплохо, Анжела. Вот так. И сиреневые. Ударим по голубым мячам. Теперь уберем зеленые. И еще сиреневые. Отлично. Кстати, ребята, сегодня нам с вами нужно обязательно купить новые наклеечки для нашей кошечки. Так, по-моему, очень классный новый компьютер у нашей кошечки. Очень удобно и здорово на нем играть. Отлично. Вот так. Розовые. И зеленый шарик. То, что нам нужно, ребята. Сиреневые. И еще раз ударим по желтым. Вот так. Отлично. Ну вот и поиграли. Самое время дать нашей Анжеле какой-нибудь вкусный десерт. А также мы, ребята, мы можем вырастить нашу кошечку Анжелу еще больше. Смотрите-ка, я уже прикупила пару зелий, которые помогут ей вырасти побольше. Прокачаем ей уровень побольше, ребята. Ну вот. Вау! Смотрите, она стала еще больше! Ну вот, теперь у нашей кошечки 40 уровней. А у нас открылись новые наклейки. Давайте посмотрим, что же нас тут ждет. Открываем. И распечатываем все наши наклеечки. Можем их уже вклеить в альбомчик. У нас уже целая куча новых наклеек. Давайте будем их вклеивать, ребята. Отлично, у нас новая тушь. Губная помада. Так, номер 10, 12, 13, 14, 15, 17 и 19, 20, 21. Вау, у нас разблокировалась новая шубка. Давайте посмотрим. Вот такая прикольная. По-моему, нашей кошечке очень-очень идет. А что тут у нас новенького открылось из косметики? Давайте посмотрим, мы можем накрасить ей глазки. Можем купить вот такую черную тушь, 4500 монеток. Вот так, хорошенечко накрасим. Посмотрим, что у нас есть из помадок. Помадки нам пока недоступны после обновления. Тени для ресничек тоже, у нас зато доступны румяна. Давайте смотреть. Можем с вами купить, можем накрасить вот такими. А можем купить, например, вот эти 30 бриллиантиков. И у нас будут красивые мерцающие румяна. А у Анжелы будут красивые мерцающие щечки. Ну вот, мы сделали макияж для нашей рыжей кошечки Анжелы. Кстати, мы можем сделать ее не только рыжей, но и даже вот купить ей вот такую даже розовенькую шубку. Какая вам нравится больше, розовая или рыжая? А может быть, вы вообще любите, когда шерстку Анжелы белым цветом. Ну вот, наша кошечка снова порадовалась обновлением. А еще я обещала нашей кошечке Анжеле улучшить ее спальню. Давайте немного прокачаем. Купим новую кроватку. Вот так, готово. Новый светильник. Заменим ей постельное белье и обязательно поклеим новые обои, ребята. А потом прокачаем ее еще немного. Какие бы выбрать обои? Давайте выберем что-нибудь поярче. Можно взять вот такие. Ну вот, у нашей кошечки теперь новая спальня. Здорово, Анжела радуется. А теперь дам-ка я ей попробовать шоколадный тортик. Ребята, а вы любите шоколадный торт? Какой у вас самый-самый любимый тортик? Напишите его название. Вот Анжеле понравился шоколадный торт. Дам ей еще немножечко сердечек. А знаете, что я сейчас делаю? Прокачаю ее еще немножко. Посмотрим, может быть, нам хватит зелий, чтобы перейти на новый уровень. Вот так. О, ребята, кажется, нам придется идти в магазинчик. Нет, зелий нужно намного больше. А давайте превратим нашу Анжелу в маленькую малышку. Смотрите, что сейчас произойдет. Вот такая маленькая Анжела. В новом платье. Правда, она прикольная, когда маленькая, ребята. Ну а теперь самое время открыть еще немножко наклеечек. И я передам приветы для любимых подписчиков. Сегодня первый приветик получает
Алина Покровская, огромный тебе пушистый приветик, Алиночка. Алиса Шевелева получает большой привет. И Егор Владимиров также получает пушистый привет от канала Ушасти Kids. Лиза Долецкая, Настюша Алексеева получает привет. Елена Матьянова, Кира Полигорски, Любаша Саухина, Катюша Геука, Тая Саплина, Варя Пашкина, Катя Горбачева получает пушистый привет. Настюша Пипурина, Алина Туманова, Полина Колесникова, Ульяна Русакова, Женечка Раченко, Дарья Захарова. Тебе тоже самый пушистый приветик сегодня. Даша Фролова, Ксюша Ковтун, Вика Казачец получает большой привет. Яна Кашкарева, Вика Шенгофер, Настя Леонова, Полина Шелокова, Маша Краснова, Ириночка Малютина получает большой привет. А также у нас летит приветик для Насти Гавриковой. Еще есть привет для Саши Черевко, Карины Бондаренко, Саши Давлятова, Катюши Марцинюк, большущий привет. Также привет для Амалии. Амалии Липатовой, Полины Горской огромный привет, Жене Лисиенко, Настюше Шошиной, Полины Горской, Марины Королевой, Насте Иошиной и Соне Родченко большой пушистый привет. Ребята, спасибо большое, что смотрите канал Ушасти Kids. Но у нас открылись новые помады для нашей кошечки, здорово! И новый вид из окна. Неплохо, смотрите, сколько много наклеечек мы уже насобирали. Кстати, можем даже сделать в этот раз нашу Анжелу вот такой, серой и пушистой. Если хочешь, Анжела, я могу даже тебе поменять платье. А что у нас тут с тобой еще есть интересненького? Да, надо нам наклеечек подсобирать. Совсем все у нас закрылось. А хочешь, я тебе одену вот такую пижамку единорога? Тебе очень-очень идет. Можем тебе даже сделать какой-нибудь прикольный грим. Вот такая у нас будет классная малышка. Слушай, а мы забыли тебе купить тапочки. Смотрите, наша Анжела может гулять по дому вот в такой классной пижамке. Пойдем-ка скорее, мы тебя еще немножко прокачаем, но для этого нам нужно сходить в лавку зелий. Смотрите, сколько много у нас всяких прикольных бутылочек. Купим их как можно больше, чтобы поскорее Анжела перешла на новый уровень. Смотрите, у нас уже целая корзина. Зелье Макс нам тоже очень пригодится, друзья. Зелье энергии у нас есть, и снова сделаем Анжелу взрослым котиком. А теперь давай скорее, вот так. Отлично. Еще чуть-чуть, и мы будем на новые уровни. Ничего себе, сколько много нам нужно бутылочек, чтобы Анжела выросла, ребята. Интересно, какие подарки нас ждут в этот раз? Новые наклейки и глаза кошки удачи. Давайте снова превратим нашу Анжелу в большую кошечку. Для этого дадим ей бутылочку, на которой нарисован большой котенок. Вау, вау, вау! Она снова большая. Смотрите, какая прикольная. Ну а теперь посмотрим, что там у нас открылось нового из теней. Давайте только для начала выберем Анжеле какой-нибудь красивый наряд. А какое бы платье ей подобрать? Давайте оденем вот такое с сердечками. По-моему, оно очень прикольное. А выберем прическу для нашей кошечки. Вау, какой интересный хвостик с челкой. Поменяем ей цвет глаз. У нас открылись вот такие глаза кошки удачи. Но давайте мы, наверное, все-таки сделаем ей, например, вот такие глазки 9000 монеток. И у нашей Анжелы новые глазки. Ну а теперь самое время посмотреть, что же за помадки у нас с вами открылись. Можем сделать, кстати, вот такой цвет помады под цвет сердечек. 75 бриллиантиков, и это помадка наша. Вот такой красивый цвет. Интересно, есть у нас еще что-нибудь яркое? Например, можно купить вот такую, друзья. Вот такая яркая помада будет. Или, например, даже вот эту. Ничего себе! Вот этот цвет. А вот эту давайте купим заодно и ее. А вот так. Кстати, ребята, напоминаю, если вы любите смотреть серии про кошечку Анжелу, обязательно поставьте лайк. Ну что, какой цвет мы оставим? Предлагаю вот такой. Отлично. И теперь накрасим глазки. Что тут у нас есть интересного? Давайте купим ей вот такие темные тени. Еще одна новинка для нашей кошечки. Вот так. Осталось ей только накрасить реснички. Так здорово, можно сделать кучу всяких прикольных макияжев
для нашей любимой Анжелы. Ну вот, и готово. А давайте попробуем ей сменить прическу. Может быть, сделать ей новую прическу, которая называется «Постельный вихрь»? Давайте посмотрим, доступна ли она нам, ребята. Вот она, смотрите, какая классная прическа. Кстати, можем под нее сделать какой-нибудь интересный грим. А, например, вот такой с цветочками или даже вот такой с поняшкой. По-моему, тоже очень классно. И Анжеле нравится ее новое платье. Если вам понравилось тоже, напишите в комментариях цифру 7, друзья. Отлично. Ну а теперь давай тебе немножечко обновим кухню, а потом попробуем еще один вкусный новый торт с клубникой, друзья. Для начала обновим кухню. Теперь у нас будет вот такая кухня ярко-желтого цвета. Очень-очень классная. Заменим цветы на окошке. Вот такой купим новый красивый горшочек. Здорово! Осталось только поменять скатерть и обои на кухне нашей кошечки. Вот такие красивые сердечки на нашей скатерти и романтические обои. Ну как? По-моему, очень здорово. Ловите воздушный поцелуйчик, друзья. А я дам еще немножко зелени нашей кошечке, чтобы она выросла как можно скорее. Вот так. Замечательно. Ой-ой-ой. Ой, у нас снова не хватило бутылочек, ребята, ничего себе. Так много бутылочек нужно, чтобы Анжела выросла. Давайте дадим ей попробовать тортик. А вот этот будешь? Хорошо. А может быть печенье? Тебе надоело кушать, наверное, сладкое? Ты уже наелась? Ну хорошо, тогда давай с тобой немножко поиграем. А потом она, может быть, и проголодается, ребята. Нам нужно соединять по 3 одинаковых желейки и больше. Например, вот такие котики соединим. Отлично. Скоро у нас появятся монстрики. Чтобы их убрать, нужно соединить желейки рядом с монстриками. Вот так, например, смотрите. Отлично. И давайте уберем еще немножко монстров. Неплохо. Вот так. У нас второй уровень, друзья. Соединим собачек. И вот этих кошечек. Осталось всего 3 монстрика. Ребята, я вам напоминаю, если хотите получить привет на канале Ушастик Кидс, вам нужно подписаться и в комментариях написать ваше имя и фамилию. Ой-ой-ой, у нас все больше становится монстриков. Так, ладно. Вот у нас одинаковые желейки совсем рядом с монстриками. Сейчас мы их всех уберем. Ой, у нас осталось очень мало ходов. Нужно поторопиться. Вот так. И отлично. Теперь можно убрать голубые желейки. И самый последний уберем зеленых мишек. Мы наконец-то перешли на новый уровень. Вот так. Отлично. Анжела у меня, ребята, очень-очень любит играть в эту мини-игру. Она очень прикольная. Вот так. И еще. Отлично. Вот так. И еще последний монстрик. Мы на 4 уровне уже с Анжелой. Соединяем. И остался вот так. Неплохо, сразу несколько рядочков с монстрами мы убрали, друзья. Соединяем голубые желейки, красные. И осталось только убрать зеленое желе. У нас 5 уровень. Так, сколько много кошечек. Неплохо. Соединим зелененькие, розовые и красные желейки. Посмотрим, до какого уровня дойдет наша Анжела. Вот так, неплохо. Желтые,
И смотрите, рядом совсем нет одинаковых котиков. Мы можем сделать вот так. Так, ребятки. У нас снова закончились одинаковые желейки. Ну вот. Мы перешли на новый уровень и заработали 50 монеток, а также поставили с Анжелой новый рекорд. Теперь пора заглянуть в гардероб и одеть пижамку с единорогом для нашей любимой кошечки. Вот такая красивая пижамка и красивые уютные тапочки. Можем, кстати, ей даже сделать какой-нибудь другой грим, например, с цветочком. Вот так. Может быть, ты немножко проголодалась? Будешь печенье? А тортик? А тортик по-прежнему не хочет. Ну а теперь скорее спать. Ребята, а сейчас я вам порекомендую посмотреть что-нибудь из роликов выше на нашем канале. Обязательно оставайтесь с нами и смотрите новые ролики, которые выходят каждый день. А теперь закрывай глазки, Анжела. Всем пока-пока!